Михаил Решетнев родился в 1959 году в Брянской области. Он окончил Брянское художественное училище и Московский государственный институт имени Сурикова. После окончания столичного учебного заведения Михаил Сергеевич вернулся на родину, где и писал свои картины. Он постоянно принимает участие в экспозициях разного уровня. На выставке «Моя земля, моя Россия» представлено 97 работ на разные темы. Это вот именно Русь изначально, это наши храмы православные, это замечательные портреты, это великолепные леса и вот эти вот парки, усадьбы. Это то, что вот мы хотим сохранить, сберечь. Персональные выставки состоялись в Москве, Брянске, Смоленске, Рязани, Гомеле, Юрмале, Варшаве. Творчество Михаила Решетнева отмечено дипломами Союза художников России, благодарностями и почетными грамотами Министерства культуры. Автор лично рассказал о картине «Тенистая дорожка». Мне просто, знаете, приглянулось вот эти вот, солнечные зайчики какие-то, вроде бы темная такая шапка леса, да, вокруг дорожка и зайчики, которые укладываются такой вот в перспективу. Но мне показалось, что это будет интересно смотреться. Талантливый живописец заинтересовал видновчан не только блестящими пейзажами, но и историей старинных русских усадеб. Там есть картина, где сидят дворяне, я не знаю, где-то в саду с собакой, под зонтиком, такое вот. Мне очень понравилось. Выставка будет работать до 3 декабря, поэтому есть еще много времени для того, чтобы познакомиться с творчеством художника. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.